Всем доброе утро. Вот сегодня я прибыл опять на рыбалку. Сегодня будет у нас фидерная оснастка. Будем ловить леща, плотву, ну и окуня. Также будем на отводной, на дропшот. Будем все пробовать. Сейчас утро. Ноябрь. Время 7:30. Прибыл на свое место. И был прошлый выходной. Будем пробовать сегодня здесь рыбачить. Завтра, может, поедем с Игорем куда-нибудь либо по городу ходить, либо сюда приедем. Если, исходя из сегодняшней рыбалки, все будет сегодня клевать. Все, что буду ловить, все буду отдавать Игорю завтра. Всем пока. Смотрим дальше. Ну вот, потихоньку снаряжаемся. Сейчас снарядим донку, фидер, опарыш, червяк, сало, пенопласт. Ну и все такое. Прикормим. И будем питать удачу. Сегодня у нас погода, конечно, прохладненькая, ветерок, волна к берегу. Но нам это не помеха. Рыбак, он любую погоду будет на рыбалке. Все, зарядил. Сейчас будем ждать поклевки. Поставил бутерброд, червяк и опарыш. Крокодил 2,70. В одной поводок. Ждем. Всем приятного аппетита. Всем доброго утра. Так. Сейчас я уже подготовил спиннинг на дропшот. Сейчас попьем кофейку. Зарядим снасть. Время 9 час утра. Поставил сейчас у меня вроде погодка была. Поставил, значит, закитушку по старой памяти. Сейчас будем ждать. Я не дернул раз. Яло, но дернуло. Будем ловить леща, плотву, окуня. Все, что попадется. Или у нас и отводной, дропшот, там же фидер. Ну и все остальное. Все, смотрите, все покажи. Поставил червяка, опарыша, дропшот. Так, закидухи. Сейчас буду, расцветает. Буду на резину ловить. Посмотрим, будет поклевка, нет расцвета. Поклевочки есть. Долго что-то там потихоньку садится. Ветер, конечно, сегодня прямо к берегу. Бывает, конечно. Жить. Жесть. Самое главное, чтобы клевало, а все остальное. Вот такой зверь попался. Хочет сегодня брать. Хочет на дропшот, на подной. Одного ерша поймал на донку, на червя, и все.
Да массу резины поменял. Не хочет брать. Ветер. Холодно сегодня. 9-10. Вот такая резина. Кислотная. Не хочет. Не хочет сегодня брать. Ни на донку, ни на червяка, ни на опарыша. Ни на спиннинг. Резина все перекровная. Ветер. Волна. Сейчас еще эти пробуду вообще захлёстся. Вот такая сегодня рыбалка никакая. Немножко отдохну. Домой буду собираться. Завтра, может, с Игорем пойдем. А может, не пойдем. Завтра минус один будет. Что это вообще? Вернул я спиннинг. Вот такие вот клюют. Что это, блин? Не видать, как он клевал. Не хочет сегодня брать. На спиннинг. Два зацепа. Два раза оторвал. Вот на донку. Берет пушок. И на опарыша, на червяка. И ерши. Все, сегодня вон ветер какой. Прохладно. Сейчас немного еще порыбачу и домой. Прохладно сегодня. Поменял локацию. Буду пробовать здесь. Здесь ямки хорошие. Поднялся повыше. Также опарыш, червяк. Спиннингом я перестал рыбачить, потому что ветер. Буду на донку. На донку, на фидер, на отводной. Рыбачу немного здесь. Покидаю. И буду домой собираться. Сегодня нет рыбалки. Ветрено. Прохладно. Хотя солнышко вышло к обеду. Смотрим. Чего только люди не кидают в речку. И лампочки. Река сама выдавливает всю грязь. Вот такая вот история. Лампочки, бутылки. Чего здесь только нет. Как будто люди сюда приходят, мусор выбрасывают. Хотя вот трасса рядом, здесь все из окон выбрасывают, из машин. Может идти из-за этого, что... Ну, сама река вот выдавливает, сколько всего тут. Вот нашел. Тоже река выдавила. Офсетный крючок.
Ловись, рыбка! Большая и очень большая. Лещ. Алавль. Густерия. Я тут ловил хороших лещей. Прямо очень хороших. За килограмм. Зимой ловил, летом ловил. Вот сейчас осень, ноябрь месяц. Конец ноября. Надеюсь, сейчас поймаю. Солнце вышло, ветер поутих. Может, будет брать. Поменял катушку. Со шнуром поставил. Поставил сало, пенопласт. Будем пробовать. Ловил я здесь леща также, на сало и пенопласт. Красота. Вот она, калина. Нет сегодня рыбалки. Снег идет. Ветер дует. Прохладно. Ни на фидер, ни на спиннинг, ни на резину, ни на красную, зеленую, ни на кислотную, ни на машинное масло. Ни на что не берет. Пора домой собираться. Ну вот и закончилась сегодня рыбалка. Что снял, то показал. Что не снял. Извиняюсь. Батарейка села. Перезарядил. Сейчас уже все. По пути домой. Рыбалка сегодня никакая была. Ловил на фидер, на дропшот, на отводной. Поменял массу резины. Были отрывы. Зацепы. Вот такая вот локация. Сегодня снег шел, с утра ветер был, прохладно. Ловил окушков, ершей, один подлещик попался. Ну это я все выпустил обратно. Я рыбу не беру домой. Завтра, может быть, пойдем с Игорем, может, не пойдем. Погода очень хорошая, чтобы идти на рыбалку. Прохладно, завтра минус. Сегодня уже чувствуется холод. История сегодня с рыбалкой. Ну, посмотрите, сколько вода. Выносит грязи на берег.
Никакой здесь нет. Только пластика. Кажется, тут рыба будет клевать, если тут... Посмотрите, что делать. Иду на выход. Всем пока! Подписывайтесь на мой канал, фото-видео обзоры. Ставьте лайки, дизлайки. Пишите комментарии. А вон там какой-то рыбак стоит. Пишите комментарии. Всем пока. Увидимся в следующем видео.